Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов. Пожилой мужчина в красной феске. Николас Гизис. Даты нет. Холст масла 47/36. Николас Гизис – один из самых известных и влиятельных художников Греции XIX века. На родине он стал первооткрывателем нескольких живописных жанров. Он перенес на греческую почву технику и манеру немецких мастеров эпохи модерна. Гизис попробовал себя почти во всех тематиках. Сохранились его мифологические, исторические, религиозные и аллегорические полотна. Автор не только писал портреты, пейзажи, натюрморты, но увлекался также и прикладной графикой. Он делал плакаты, книжные иллюстрации и карикатуры. На представленной работе прекрасно видны основные черты наиболее передовой живописи конца XIX столетия. Это сочетание портретного реализма со свободной манерой накладывать краски, а также использование ограниченной палитры цветов. Мастер создает эффектный образ умудренного опыта мужчины. Он беспощадно высвечивает дряблую кожу щек. Идеализация проявляется в благородном профиле, задумчивом взгляде. Эффектный, насыщенный красный цвет фески вносит в портрет яркий акцент. Но так вкратце из интернета о работе Николаса Гизиса «Пожилой мужчина в красной феске». Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.